Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, вы на канале Magic.ru. Сам не люблю хайповые названия видео, но тут так получилось. Сегодня я расскажу вам, какое моторное масло с вязкостью 5W30, по моему личному мнению, я считаю самым надежным и заслуживающим доверия на опыте своих продаж этого масла за последние 12 лет. Начну с самого начала, может быть, кто-то меня смотрит первый раз. Я занимаюсь моторными маслами 27 лет уже. Сразу на этом моменте возникает комментарий, типа, сколько мне лет-то вообще, что я с пеленок занимаюсь, что ли, моторными маслами. Мне уже много лет, я 1978 года рождения, работаю с моторными маслами с химией с 18 лет. Начал с Волочаевской, с рынка нашей на Волочаевской, который раньше был. Вот потом работал 7 лет в ExxonMobil, из них половина примерно там на CVL Industrial, половина на PVL направлении. И потом вот сейчас мы занимаемся своим бизнесом, уже 16 лет нашей компании, мы работаем с 2007 года. Из них 12 лет мы занимаемся оригинальными маслами в том числе. Вчера вечером дома я провел колоссальную работу, я потратил на это реально часа 3 свободного времени. Я взял из офиса все архивные базы 1С за последние 10 лет. Это было 3 базы, мы поменяли за это время, начиная с семерки. Запустил каждую по очереди, сделал отчет по продаже, вычленил там 5W30, сам продаваемый продукт. По отчетам сложил эти между собой отчеты по всем трем 1С-кам за последние 10 лет. У меня получилось итоговое количество товара, которое мы продавали, переписал все на листочек, сейчас вам продиктую. Это не мобил. Вы знаете все прекрасно, что я топлю за мобил всегда. У меня даже есть видео топ-10, топ-20, которых я мобил поставил на первое место. Я ссылочки на эти видео размещу в описании к этому. Это была Toyota 5W30. Причем я не стал разделять между собой Toyota и Castle 5W30, потому что это один и тот же продукт. Почему Toyota и Castle это один и тот же продукт, надеюсь, никому не нужно объяснять. Кто меня давно смотрит, кто меня смотрит недавно, в описании к этому видео там будут ссылочки на огромное количество видео, в которых мы все это разбираем пошагово с заводами, там, кто, что и зачем, как. Вот можете посмотреть, там все это есть, не будем муссировать тему эту. Итог. Что у меня получилось? Я специально для удобства разделил статистику по месяцам, чтобы было вам понятно, сколько месяцев мы продаем той или иной емкости. И что у меня получилось? Мы продаем бочки Toyota за последние 10 лет в среднем, среднестатистическое, 12 бочек в месяц тойотовских продаем. Умножаем на 12 месяцев в году и умножаем на 10 лет. Получается 1440 бочек за 10 лет мы продали Toyota. Какое-то просто мическое значение, вот если сопоставить, прикинуть эти 1440 бочек, если, например, на склады поставить, ну это много очень получится, у нас не влезет в склад точно 100%. А это получается в литраже 288 тысяч литров. Мы продали за это время по средней статистике 29 канистр примерно в месяц в среднем 5W30, это и Toyota, и Castle. Умножаем на 12 месяцев, умножаем на 10 лет, получаем в двадцатках 69 600 литров. И четырешки. Четырешкам продали в среднем в месяц, продавали 260 штук. Toyota и Castle умножаем на 12 месяцев, умножаем на 10 лет, получаем... умножаем на 4 литра, получаем 124 800 литров получается. И все вместе... бочковые продукты плюс двадцатки плюс четырешки у нас выходит 482 400 литров. Мы продали за последние 10 лет Toyota 5W30, Toyota Castle 5W30. Если учесть, что средняя статистическая замена масла, ну, 4 литра, допустим, да, там, в среднем, если по статистике, то, значит, меняли это масло клиент, который у нас его купили, 120 600 раз. То есть 120 600 раз клиенты поменяли масло у себя в автомобиле, которое приобрели у нас как раз по Toyota 5W30. Это много. Это даже вот по статистике это очень много. Вот за все это время, за все эти 10 лет по маслу Castle, по маслу Toyota у нас не было вообще ни одного нарекания. Ни одной рекламации, вообще ничего не было по этому поводу. Никаких претензий покупателей. За последние 10 лет, если статистику разобрать, наверное, нет ни одного города в России, куда бы мы не продавали Toyota. Это и северные города, типа Нерюнгри, Якутск, Вилюйск, и Сургут, и южные города, типа Краснодара, и восток нашей России, везде. Ни одного города, скорее всего, нет, куда бы мы не отгрузили Toyota. Ну, более-менее нормального такого большого или среднего хотя бы города. Везде климатические разные зоны, везде масло отрабатывало отлично абсолютно. Про подделки, очень много подделок на Toyota, естественно, но мы с этим вообще не сталкиваемся, потому что мы продаем оригинальный продукт, соответственно, у нас отзывы только положительные по этому продукту. Подделки много, с этим спорить бесполезно. Что касается самого продукта непосредственно, это полусинтетика гидрокрекинговая на ветчевой базе. Да, ездить на ней больше 6 тысяч километров при нашей экологии, при нашем топливе не стоит точно 100%, потому что это...
ее ресурс, скажем так. Но тем не менее, это качественный, хороший, действительно японский продукт, который на 100% отрабатывает тот ресурс, который в него заложен. Это 6 тысяч километров. Вот, кто давно на нем ездит, это прекрасно знает, не переезжают. И, в принципе, при наших условиях замена более чем через 6 тысяч километров моторного масла, это, мне кажется, ну, немножко перебор. Вот, поэтому я считаю, что это один из самых надежных, лучших и заслуживающих внимания продуктов. Можете рассматривать это в качестве рекламы, можете рассматривать это в качестве рекомендации. Не знаю, как хотите, так и рассматривайте, неважно. Я просто привел вам статистику по данным по своим. Вот, если кому-то есть желание купить продукцию тойотовскую или Castle 5W30, все можете обратиться к нам по телефону, который я укажу в описании к этому видео. Там будут все телефоны наши, все контакты. Мы Toyota отгружать будем на Озон, следующую партию на следующей неделе. Она будет отгружаться уже на ИП Воронков, я уже об этом рассказывал, там на Озоне есть у нас второй магазин ИП Воронков, вот, который у нас сейчас работает полноценно наравне с первым магазином Авто НСК. И там будет Toyota. В общем, на Wildberries мы постараемся сделать это тоже в ближайшее время и отгрузим, скорее всего, это все в начале марта на Wildberries Toyota появится у нас. Чуть попозже, чем на Озоне основная партия. Вот, по бочкам у нас всегда бочковые продукты есть в наличии. Toyota Castle 5W30. Еще раз напомню, чтобы не было потом вопросов, что это одно и то же, не одно и то же. Castle Toyota. Посмотрите видео, в описании к этому видео все будет. Там все подробно я объясняю, где что делается. Toyota сейчас производит в Японии продукцию всю по заказу Eneos Holding. Не путайте с Eneos корейским, который мы получаем с Мичанга в России. Это разные вещи. Eneos Holding, у него есть 3 завода основных. Первый завод находится в Окаяме. Это бывший Эксомобиловский завод. Собственно говоря, мобил, который построил в Японии, он находится в Окаяме. Второй завод находится в Канагаве префектуре, это Нагиши станция. Второй находится, завод там же в Канагаве, это Цуруми. Эти заводы называются EMG по инерции, это ESSA Mobile General, EMG. Вот. Если вы посмотрите любую ТДС-ку на Toyota, которая есть на официальном сайте Toyota, я размещу тоже в описании к этому видео ссылочку, вы увидите, что он сделан на заводах EMG, это ESSA Mobile General, сейчас это Eneos Holding. Там все чисто, прозрачно и понятно. 200-литровые бочки и 20-литровые канистры у нас всегда есть на складе по кассе, поставки по ним есть. Есть перебои некоторые, но практически всегда они есть в наличии. Что касается 4-литровой тары, Castle, именно Castle, не Toyota, то с ним перебои есть на самом деле, но мы можем всегда заметить их Toyota. Почему не возится 4-литровые канистры Castle в Россию сейчас? Потому что это экспортный продукт. В Японии 4-литровые канистры Castle никогда не продавались. То же самое, что и Idemitsu Zepra, который не продается там уже очень-очень много лет. Вот она делалась специально для экспорта. В Японии продаются огромное количество Castle в 20-литровых ведрах, бочковых продуктов Castle там огромное количество продается. Но литровые 4-литровые канистры делали чисто на экспорт. И это всегда было так, и то же самое касается Idemitsu Zepra. А вот поэтому этот отгрузки этих продуктов 4-литровых канистр курирует Toyota Mobility Parts. Это прямая дочка Toyota, соответственно, у них очень жесткие сейчас санкционные там меры принимаются по этому поводу, хотя бы это не афишируется особо, но это так. Поэтому нам приходится покупать продукцию Castle в 20-литровых ведрах и бочковую, которая для внутреннего рынка Японии через торговые дома японские. Поэтому именно 4-литровая тара, литровая тара, продажи, которую курировала именно Toyota Mobility Parts, и она прослеживала все отгрузки, сейчас с этим проблема. Вот мы ведем переговоры, надеюсь, что все наладится, и 4-литровая тара Castle именно появится в России обязательно, в ближайший год, может быть, но пока что ситуация такова. Если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, пишите в комментариях к этому видео. Еще раз напомню, я оставлю все наши данные. 2 наших магазина на Озоне, 1 магазин на Wildberries, который еще не наполнен, но мы его наполняем постепенно. Все наши телефоны. Не забывайте, что мы находимся в городе Новосибирск. Работаем мы с 9 до 5 часов вечера. С понедельника по пятницу без выходных. Телефон у нас бесплатный по России. 8 800 550 5722. Он для России абсолютно для всех телефонов бесплатен. Вот звоните, если вы не сумели дозвониться с первого раза, то можете просто на нашем сайте mygt.ru сделать заказ. Вот в один клик, например, там, да, и оставить свой телефон, и с вами обязательно свяжутся. Сейчас это время по обратной связи немножко затянулось, потому что у нас менеджеры все работают, ну, реально, на износ, очень много работы по этому поводу. Вот, поэтому не обижайтесь, если не смогли звониться сразу, то перезванивайте, либо там, если сделали быстрый заказ, то ждите в течение, ну, суток примерно, вам обязательно звонятся. К сожалению, пока что это так. Менеджерский штат набираем, операторский, вернее.
На этом все. С вами Антон Воронков. Вы на канале Magic.ru. Подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока.